Здравствуйте. Вы сегодня участвовали в российском форуме маркетинга, выступали. Расскажите, пожалуйста, для зрителей, которые не были сегодня, не присутствовали, о том, на какую тему вы выступали, что рассказывали. И, ну, я так понимаю, выбор дизайн немного забегает вперед. Может быть, какие-то лайфхаки расскажете или тренды 2018 года в дизайне? Моя задача была немножко... дать какой-то конфликт и провокации, потому что у меня была тема про три драйвера роста для компании, оказывающей профессиональные услуги, но по факту это такие три драйвера роста, которые можно на самом деле применить в любом бизнесе. И в своем выступлении, я надеюсь, что те, кто пропустил, смогут посмотреть в записи или купить запись, я рассказал про дизайн, про мероприятие и про важность обучения как себя, команды, так и своих, как и своих клиентов. Поэтому вообще форум крутой, очень много классных людей, все голодные. Конечно, такие мероприятия надо посещать, хотя бы там, не знаю, пару раз в год, как раз у вас два их три проходит, четыре. И чтобы просто немножко получить какого-то, наверное, вдохновения и увидеть, что вы не одни такие сумасшедшие, кто хочет постоянно развиваться и двигаться вперед. Вот. Спасибо большое за ответ. А про тренды в дизайне расскажете? Ну, сложно. Вот я в выступлении говорил про то, что, ну, самое важное, чтобы дизайн не мешал восприятию, как бы, ну, самой ключевой задачи, которую выполняет сайт. То есть весь дизайн становится сервисным. То есть минимум визуальной части, максимум такого простого, понятного экспириенса пользователя. То есть есть понятие user experience, есть понятие там интерфейса, да, ну, как, ну, некая визуальная часть. Вот визуальная часть не должна мешать. То есть минималистично, все остается таким же минималистичным, но становится более сервисным, более понятным и, как сказать, user-friendly. Спасибо большое за ваш комментарий. Хорошего вам дня.